День космонавтики сегодня отмечаю в прямом эфире. Кстати, при подготовке к космонавтам выдвигаются много требований. Да-да-да, вот одни из них. Рост не более 170 сантиметров, подхожу. Вес до 72 килограмм, уже не подхожу. Возраст не старше 30 лет, есть еще парочку. При отборе космонавты проходят очень серьезную физическую подготовку, ведь чтобы работать в невесомости, нужно быть очень натренированным человеком. Прямо сейчас этим и займемся, сделаем зарядку в прямом эфире, но необычную, а как вы понимаете, на шаре, в гравитации. Боже привыкаем. Мой, как это весело. У нас в гостях фитнес-инструктор Ирина Пономарева. Ирина, доброе утро. Доброе Почему утро? Вы не прыгаете? Ирине не весело просто. Это у нас с тобой первый раз такой мягкий диван в студии. Да. А у Ирины каждый день это на работе? У меня каждый день это, с утра до вечера. С утра до вечера, и сколько лет уже к ряду? Больше 30. Да ладно? Да. Больше 30 лет фитнес-инструктор. Да. Павел, хватит лишать меня вот этих секунд прыгания. И, Ирина, рассказывайте нам, как мы будем делать сегодня зарядку, на что она будет направлена. Зарядка, как всегда, у нас начнется с разминочки. Да, но я хочу... Мы сейчас уже разминаемся? Да, конечно. Я хочу вам сразу сказать, есть несколько нюансов. Фитнес-мяч, это очень коварное оборудование. Кажется, он веселый, ласковый, пушистый, но он... Не такой, как кажется. Не такой, как кажется. Секунды. И поэтому я хочу сразу сделать акцент. Вот одежда на фитболах, я хочу показать. Вот мы не должны заниматься в майках, которые широкие, штаны, которые широкие. Мы будем соскальзывать с мяча. Нам нужен контакт конкретный с мячом, поэтому либо лосины, либо, ну вот как раз у вас хорошо, вы в форме. 3-15. Я эту маечку снимаю. Вот. Мы начинаем с разминки. Мячик берем в руки. Так, берем в руки мяч. Да, и начинаем движение. Куда? В правую сторону, с правой ножки, приставные шажочки. Оп, да? Раз. И начинаем двигать руками. Раз. Право-влево. Право-влево. Раз. Два. Да. Нормально. Теперь добавляем второй шаг. Два приставных шаг. Прямо опускаем мячик на пол. Активно. И перекатываем руками. Ножки стоят. Так. Две руки. Корпус. Да. Нас вот так в начале дня-то замылят, знаете, Аннушка, наоборот, как мы дальше зарядят, будем эфир вести? Зарядят. Зарядят, стоп. Хорошо. Так, внимание. Теперь мы вперед тянемся. Вперед. Так, обратно. Да, за мячиком. Шамбалёва, делаешь это очень грациозно, Анечка, молодец, продолжай. Вперед. Только не надо говорить свою коронную фразу. Вперед. И еще разочек. А теперь сядем опять на мяч, и первое упражнение, это у нас прошла разминка. Мы с вами согрелись? Да. Ой, ну, разогрелись. Уже. Садимся на мячик. Можно. Правило сидения на мяче. Мы не должны сидеть как на стуле. Так. Мы должны сидеть хвостом, копчиком. Боже мой. У нас бедра и колени должны быть свободны. Мы все время, в любой момент можем встать. Раз, раз. То есть свобода движения должна быть, да. Поэтому мы садимся. И не сесть ровно на мяч. Да. И начинаем движение. Ручки за голову. Так. Начинаем с правой ноги. Нога вверх. Нога вверх, рука скрестно пошла. Оп. Если тяжело держать равновесие, то правую руку мы спускаем на мяч, правую руку и держимся за мяч. Если так. Все окей, мы продолжаем держать наверху. Ну интересно, я скажу. Это... Ирина, скажите, а вот что-нибудь такое прям тяжелое можете нам показать, какое-нибудь упражнение? Тяжелое? Тяжелее? В начале гимнастики тяжелое. Ну, да. Посмотрите, видите, какая штука. Начало гимнастики, не начало дня, и эфир, знаете, не резиновый, да. Так сказать, не как мяч. Дайте нам главное упражнение, чтобы, не знаю, там пресс мы был. На пресс, так давайте. Есть. Итак, внимание. Получается, садимся, держимся хвостом. Тихонечко спускаемся вниз, так. Ложимся на поясничку. Так. Шея, голова, руки мы держим. И на выдох поднимаемся вверх, вдох, выдох, вдох. Дорогие друзья, выдох. У нас сегодня космическая зарядка. Это мы же... ее делаем вместе с фитнес-тренером Ириной Пономаревой. Еще давайте Ирина. Пару раз. Не надо пару раз. Последний. Для космонавтов важно быть не только физически сильным, но и смелым. А вот тренировать смелость будем на пауках. Это дальше, в общем, пушистое утро. Спасибо огромное нашему фитнес-инструктору. Ну, зарядили нас. О, все, что ли?